Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Синько. Как отметил президент, таможенная служба сегодня – надежный щит от контрабанды и удобный проводник для легальных товарных потоков. Кроме того, глава государства поинтересовался ситуацией на границе в связи с эмбарго, которое ввела Россия против ряда стран. И сегодня же Александр Лукашенко встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета. Сергей Гурулев доложил об экономической деятельности и перспективах обороны комплекса страны. Только за прошлый год рентабельность продаж составила почти 20%, а объем промпроизводства увеличился в 1,5 раза. В Вене проходит 60-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии. В ее работе принимают участие делегации более чем 160 государств, в том числе Беларуси. В частности, наша страна представляет экспозицию белорусской АЭС. Как отметил генеральный директор МАГАТЭ Юкио Амано, агентство готово поддерживать реализацию развивающимися странами собственных ядерных программ. В целом, 60 лет работы МАГАТЭ продемонстрировали серьезную роль науки и технологий в поддержке устойчивого развития. Сегодня исполнилось 45 лет со дня торжественного открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Это одно из самых посещаемых мест на постсоветском пространстве. Только по официальным данным, за 4,5 десятка лет тут побывало более 23 миллионов гостей из 140 стран. К юбилейной дате в Музее обороны открылась фотоэкспозиция.